совсем скоро они окажутся здесь, друзья, в небе, и мы насладимся уникальным искусством пилотирования. И это действительно мастера, которые запали в душу. То, что они делают, не передать словами, это нужно видеть. Друзья, давайте, пока подлетают к нам стрижи, давайте выясним, а кто в прошлом году был здесь, на Красной площади, и кто уже видел выступление стрижей. Поднимите руки, кто был в прошлом году! Слушайте, это замечательно, что все больше и больше новых зрителей на стриже. Очень много гостей не видела, потому что те, кто видел, рассказали, как это было круто, и они сегодня пришли убедиться в этом. Ну что ж, друзья, мы не подведем вас, любимый город, сегодня день рождения. И самое главное, не только что сказали, что стрижи уже в небе, поэтому остаются считанные секунды. Это точно, друзья, стрижи совсем-совсем скоро здесь будут. Итак, нам есть кому помочь. Сейчас мы представим человека, который будет комментировать выступление пилотажной группы «Стрижи», и вам все будет понятно. Вы будете понимать, насколько крутые, невероятные трюки будут происходить на ваших глазах. Каждый трюк имеет свое название, имеет свое наименование. И, конечно же, те имена, имена пилотов, которые будут выполнять фигуры высшего пилотажа, вы тоже узнаете из уст человека, который является коллегой стрижей. Человек, который знает все про авиацию, знает про прекрасные трюки, которые будут в небе над Чебоксарским заливом, над Красной площадью. Ненадолго сейчас прекращаются соревнования по водным видам спорта, но они обязательно продолжатся уже после выступления пилотажной группы «Стрижи», друзья. Сейчас же мы готовимся встречать их. Героев, которые уже второй год подряд прилетают к нам сюда на празднование Дня города. И вот я вижу уже, друзья... А нет, это чайка. Все нормально. Пока это чайка. Сейчас прилетят «Стрижи». Я рад, что вы готовы. Это самое главное. Итак, ждем. Ждем, когда появятся герои нашей страны, потому что они представляют на международных соревнованиях. Совсем недавно они мне рассказывали, что были в Рязани и участвовали в авиационном дарсе. Естественно, они покорили всех своим выступлением. И поэтому, дорогие друзья, на ваших глазах будет твориться что-то невероятное. Посмотрите, сегодня все на нашей стороне, чистое небо в районе залива, для того, чтобы вам было видно все. Ну, друзья, на экранах вы можете наблюдать такие живые моменты прошлогоднего выступления «Стрижей». Посмотрите, это прекрасные виды прям с кабин «Стрижей», с кабин этих прекрасных самолетов, с бортов этих самолетов. Ну и вы очень счастливые люди, потому что вы сейчас будете своими глазами наблюдать фигуры высшего пилотажа. Напоминаем, что прямая трансляция идет по телевизору, поэтому мы рады приветствовать всех телезрителей, которые собрались сейчас перед своими экранами, которые также счастливые люди и будут наблюдать выступление «Стрижей» в честь Дня города Чебоксары, который мы отмечаем сегодня. Ну и самое главное, друзья, пилоты рассказывали, что когда делали тренировочные полеты, они наслаждались видом нашего города, потому что такого красивого, такого компактного и современного города они еще не видели. И всегда с радостью прилетают к нам для того, чтобы увидеть. Итак, я вижу, все готово. Итак, друзья, стрижи уже на подлете к заливу. И мы с удовольствием передаем слово заместителю командира 237-го центра показа авиационной техники Сергею Сокову, друзья. Давайте поприветствуем! Громче, громче, Чебоксары! Уважаемые жители и гости города Чебоксары! Уже стало доброй традицией встречаться в день вашего прекрасного города. В день его 546-летия. И сегодня, 16 августа 2015 года, авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» 237-го Центра показа авиационной техники имени трижды героя Советского Союза, маршала авиации Иван Никитича Кожедуба, приветствует вас, дорогие друзья! Все внимание в небо! Четырех самолетов МиГ-29, пилотажный строй «Пелинг», скорость 600, высота 200 метров, и летчики перестраиваются в пилотажный строй. Наблюдайте, слева уточки идут. Строй ров.
Дорогие друзья, на время выступления пилотажной группы «Стрижи» я вас убедительно прошу, не выпускайте из рук воздушные шарики. Они могут оказать неправильное воздействие на летательные аппараты в вашем небе, небе города Чебоксары. Петля Нестерова! Петлю начали! Интервалы дистанции в строю 1 на 3 метра. Высота в верхней точке 1600 метров. Скорость 500 километров в час. Пилотажный строй РОП. Четверка самолетов МиГ-29. Авиационно-пилотажная группа «Стрижи». День города Чебоксары! Ура, товарищи! Летчики не слышат вас! Обратите внимание, насколько прекрасен полет этих боевых машин. Насколько сегодня благосклонно к нам небо города Чебоксары. Слава военным летчикам! Слава конструкторам, создавшим такую прекрасную технику! Слава городу Чебоксары! Ура, товарищи! Дорогие друзья, летчики перестроили пилотажный строй РОМ и выпустили шасси и механизацию и приветствуют вас пролетом, боевым разворотом с выпуском шасси и механизации. Поаплодируем летчикам! Дорогие друзья, человечество с давних пор мечтало о покорении воздушного океана. И эта мечта осуществилась в начале 20-го столетия. И мы все по праву гордимся тем, что в историю отечественной и мировой авиации золотыми буквами писаны открытия и подвиги российских военных конструкторов, летчиков, инженеров и техников. Именно офицер Великой России первым в мире построил самолет. Именно военные летчики стали первыми героями Советского Союза. Давайте поаплодируем летчикам. Фотоаппараты в небо. И летчики заходят на отстрел. Тем самым они поприветствуют вас с этим прекрасным днем. С днем рождения великого города на Волге. Города Чебоксары. Фотоаппараты в небо! Отстрел! Начали! Молодцы, ребята! Перестроение пилотажный строй «Стрела». Боевой разворот влево. Пилотаж выполняется на скоростях от 450 км до 850 на самолетах, серийных самолетах семейства Микояна. МиГ-29, истребитель-перехватчик, предназначенный для завоевания господства в воздухе. А летчики готовятся выполнить боевой разворот вправо. И имеет следующие характеристики. Максимальный взлет этого красивого летательного аппарата 18 тонн. Максимальная скорость полета у земли 1450 километров. На высоте более 18 тысяч метров 2,45 числа R. Скороподъемность самолета у земли составляет 330 метров в секунду. Дальность полета 2100 километров. Максимальная заправка топлива составляет 4200 килограмм. Максимальная длина пробега с тормозным выпущенным парашютом составляет всего лишь 600 метров. Максимальная перегрузка, какую может создать самолет, эксплуатационная перегрузка. Эксплуатационная 9, максимальная 13. И летчики выполняют пилотаж на перегрузках до 6 единиц. Это значит, что вес тела летчика в процессе виража, который называется вираж на полном форсаже, который вы сейчас наблюдаете,
увеличивается в 6 раз. Крен 72 градуса. Скорость 600. Перегрузка 6. Радиус разворота 350 метров. И летчики, не выключая полного форсажа, выполнят петлю Нестерова. Косую петлю. Дорогие друзья, давайте поаплодируем все вместе летчикам и их мастерству в небе города Чебоксары и наша группа «Стрижи». Интервалы и дистанции между крыльями 1-3 метра. Авиационная пилотажная группа «Стрижи», созданная на суперклассных летчиков. В 1991 году авиабаза «Кубинка» и выступает на самолетах 4-го поколения самолетов МиГ-29. Высший пилотаж. Мало что может с ним сравниться по красоте в зрелищном отношении. Это не только спорт и зрелище, а если говорить возвышенно, это слияние двух душ. Души летчика и души самолета. Искусство высшего пилотажа ведет свою историю с петли Нестерова. Дорогие друзья, уникальная фигура, плотный ров, интервалы дистанции 1-1 метр. Фотографируйте, восхищайтесь, и летчики отплатят вам своими высшими фигурами с отличным качеством и поздравят всех участников нашего праздника с этим действом. С действом, днем города, города на Волге, города Чебоксары. Дорогие друзья, очередная уникальная и сложнейшая фигура «Бочка», которую летчики Кубинки выполнят в составе четверки самолетов МиГ-29. Все внимание влево. Заход на бочку. Скорость 650 км в час. Пилотажный строй РОВ. Задир. Фиксация. Вращение. Поаплодируем летчикам! Они видят вас! Идеальный строй, который выполнили бочку пилотажа и пилотажной группы. Дорогие друзья, хочется сказать большое спасибо за активное участие в организации нашего сегодняшнего праздника, временно исполняющего обязанности главы Чувашской Республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву, главнокомандующему воздушно-космических сил Бондареву Виктору Николаевичу. Без их участия наш праздник с участием пилотажной группы «Стрижи» был бы невыполним. Скажем спасибо и поаплодируем всем, кто занимался этим прекрасным действом. Организация этого великого праздника «Дня города». Уникальная фигура. Пилотажный строй «Колонна». И очередная фигура. Петля Нестерова из колонны самолетов. Все внимание в небо. Летчики в процессе выполнения петли Нестерова перестроятся в пилотажный строй «РОВ». Петлю начали! Перестроение пошло. И каждый самолет встает на свое место. Аплодируем летчикам. Дорогие друзья, сегодня нашим пилотажным группам исполнилось 24 года. Они выражают искренние слова благодарности всем тем, кто стоял до них в этом тяжелом пилотажном строю. Слава инструкторам, научившим стрижей летать. С днем воздушного флота России! Дорогие друзья, этот праздник совпал с днем города Чебоксары. С
слава всем, кто присутствует на этом прекрасном празднике. Празднике Дня города. Дорогие друзья, давайте крикнем все вместе громкое «Ура!». Ура, товарищи! Молодцы! Дорогие друзья, группа заходит на роспуск. И сейчас от строя отойдут второй и третий ведомый. А первый и четвертый выполнят петлю Нестерова. Петля Нестерова в исполнении ведущего группы подполковника Сергея Ивановича Осяйкина и хвостового ведомого майора Дениса Анатольевича Кузнецова. И лёгкие заходят для выполнения очередной фигуры. Дорогие друзья, а я хочу вам представить тех, кто сегодня пилотирует для вас в небе города Чебоксары. Ведущий группы подполковник Осяйкин Сергей Иванович, заместитель авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», выпускник Качинского высшего военно-авиационного училища летчиков 1994 года. Левый ведомый номер два, майор Зубков, летчик-инспектор безопасности полетов Центра показа авиационной техники. В 2003 году закончил Краснодарский институт. Дорогие друзья, очередная уникальная фигура в небе города Чебоксары, которая называется «Зеркало». Один летчик будет смотреть на вас, он видит вас. Поаплодируйте ему, а другой его сопровождает. Прекрасная фигура в отрицательной перегрузке. Правый ведомый, ведомый номер три. Майор Лыжеволов Дмитрий Алексеевич. Штурман авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». В 2003 году закончил Краснодарский военно-авиационный институт. И хвостовой ведомый, ведомый номер 4, майор Кузнецов Денис Анатольевич. Командир авиационного звена группы высшего пилотажа «Стрижи». Выпускник Краснодарского военно-авиационного училища летчиков 2002 года. Все внимание в небо. Роспуск встречными бочками. Дорогие друзья, немножко сейчас пощекотают нервы вам летчики. Фотоаппараты и руки в небо. Роспуск начали! Молодцы, ребята! Денис Кузнецов отошел от точки, а сейчас мы наблюдаем соло-пилотаж, высший пилотаж, режим работы двигателя, полный форсаж. Касает педаля вправо. И выполняет его для вас, дорогие друзья, подполковник Сергей Осяйкин. Разгон скорости. Скорость 650. Двойной боевой разворот. И заход на колокол. Скорость 400. Скорость 300. Скорость 200, скорость 100, скорость 0. Колокол в небе города Чебоксары, дорогие друзья. Поаплодируем летчику. Спасибо. Сход с колокола и разгон скорости для выполнения очередной фигуры. Дорогие друзья, своими блестящими выступлениями на авиасалонах летчики пилотажа групп дарят всем любителям авиации и просто зрителям чувство гордости за российские военно-воздушные силы. Снова и снова они будут радовать многочисленных зрителей своими великолепными и зрелищными полетами, подтверждая тот факт, что Россия была, есть и будет великой авиационной державой. Слава великой России! Ура, товарищи! Молодцы! А летчик на режиме работы двигателя полный форсаж выполняет косую петлю вправо.
Цветная фигура уха. Высота верхней точки 1200 метров. Скорость 500 километров в час. Вираж. Радиус разворота, посмотрите, дорогие друзья, у этой 16-тонной машины всего лишь 300 метров. Какая прекрасная техника! Филигранное исполнение полета на великом самолете семейства Микояна. Я еще раз повторю, дорогие друзья, летчики Кубинки выполняют полеты на серийных машинах. На самолетах МиГ-29, самолетах четвертого поколения. Летчик выполняет синхронные бочки. Дорогие друзья, это все летчик выполняет на режиме работы двигателя полный форсаж. На предельных режимах, полет так и называется, полет предельные режимы. Самолет МиГ-29, летчик Сергей Осякин, перевернутый полет. Вот он видит вас, помашите ему рукой, молодцы. И он вас поприветствует. Очередная фигура уха. Летчик приветствует вас и кланяется за этот прекрасный день, за день города. Летчик заходит на уход и говорит вам: не до свидания, а до скорых встреч, чебоксарцы! Дорогие друзья, а мы давайте попросим летчика поздравить нас всех здесь собравшихся с этим праздником. Летчик сказал «Ура! Ура, товарищи!» Дорогие друзья, и мне хотелось бы сказать буквально пару слов по окончанию. Наш воздушный показ проходит год празднования Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Будущее невозможно без прошлого. И мы говорим большое спасибо ветеранам и тем, кто в послевоенные годы своим ратным трудом обеспечивал обороноспособность нашей Родины. Слава советскому народу, народу-победителю! Слава городу Чебоксары! Слава великой России!
Ура, товарищи! Дорогие друзья, еще раз хотим сказать, для того, чтобы мы чаще встречались, давайте еще один раз скажем большое спасибо временно исполняющему главы вашей администрации. Только благодаря его упорному и настойчивому труду мы здесь. И надеемся встречаться еще долгие-долгие годы. Тем более, вы знаете, в вашем прекрасном городе появился детский сад. Как называется? Стрижи. Так вот, стрижи берут над ним шефство. Насчет наполняемости. Спасибо.